преддверии Дня работника скорой помощи, который отмечается в России 28 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил центральную подстанцию скорой медицинской помощи в Одинцове. Сегодня здесь работает более 130 человек. Организовано 16 медицинских бригад, которые обслуживают до 450 вызовов в сутки. Примерно четверть из них касается оказания помощи или медэвакуации пациентов с COVID-19. Губернатор поблагодарил медиков за работу в сложных условиях и отметил, что за последние выходные к работе в скорой помощи дополнительно привлекли 50 водителей из Мострансавто.